Здравствуйте, дети! Вот настал последний урок в этом году. Как вы думаете, этот урок чему будет посвящен? Этот урок посвящен судейской практике, чтобы вы умели судить, если вы будете судить детей младшего возраста, а также не попадали в спорные моменты в своих соревнованиях. Ну что ж, начнем. А начинаем мы с того, что всего футбольных правил 17. Про некоторые из них мы расскажем сейчас вам. Ну, начинается первое правило – судья, что судья на поле. Судей на поле – один. Два. Второе правило – то, что у судьи два помощника, боковые судьи, лайсмены их называют, а также судья-информатор, который вы, если смотрите футбол, он показывает, кто кого заменяет, либо пока сколько осталось времени. А также сейчас с 2017 года ввели видеоассистент-рефери, сокращенно VAR. Продолжительность игры составляет для взрослых команд 90 минут, 45 минут один тайм. И каждому тайму дается компенсированное время. Компенсированное время состоит, если была замена, или было такое, выходили медики на поле. Выходит медик на поле, дается 1 минута компенсированного времени. На каждую замену дается 30 секунд компенсированного времени. А теперь начало игры. Игра начинается с жеребьевки. В наших школьных случаях обычно это делается дон-дон-зеки. Прошу вас. Дон-дон-зеки. Выиграл это, вы выбираете мяч или ворота. Мы начинаем игру. В игре бывает очень много различных моментов. Мяч может уйти за боковую линию, мяч может уйти за лицевую линию. Может игроки подраться, либо недисциплинированно повести, а может все быть очень хорошо. С чего? Мы сейчас имитацию игры сделаем. Начнем со штрафного. Что нельзя делать, чтобы получить штрафной удар в свои ворота? Я судья. Вот делается атака на ворота, имитация. Толчок руками, толчок руками. За это назначается штрафной удар. Но этот толчок, он, будем говорить, не такой грубой форме, поэтому игрок не наказывается желтой или красной карточки. Ну, штрафной бейте. Как раз мы переходим к следующему правилу – взятие ворот. Можно? По правилам футбола, дайте мяч, пожалуйста. Мы должны понимать, вот линия ворот. Если мяч чуть-чуть пересечет линию, это не гол. Даже если мячик, какая-то часть мяча идет на линии, гола нету. Сейчас система есть VAR, которая должна четко понимать, когда она делает просвет, что между линией и мячом должен быть просвет. Только в том случае гол засчитывается. Как только гол, команда соперников, которая пропустила гол, начинает мяч с центра поля. Начинайте. Ну, игра прошла. Дальше идет игра. Ну, допустим, такой момент. Мяч ушел за боковую линию. Допустим, мяч ушел. Тут есть правило аута. Возьмите мяч. Аут, аут, аут. Мяч за боковую. Вы просто кидаете. Вы на прошлых уроках проходили, как правильно кидать. А вот мы просто напоминаем, что в момент броска нельзя отрывать ноги от земли. Вот он показывает, что нельзя делать. Прыгать на месте в момент аута. В момент броска ноги должны стоять на земле. Проводить. После этого считается мяч в игре. Еще есть такое понятие – мяч в игре, не в игре.
То же самое мы говорили, если мяч за боковую линию полностью пересекает, или так называемую лицевую линию, или линию ворот полностью, мяч, если пересек, тогда мяч вне игры. А так мяч в игре называется. Рассмотрим тот момент, так называемый угловой. Угловой – это когда от защищающей команды мяч переходит за линию ворот. В смысле не гол, а лицевую линию. После этого проводится угловой удар. Отлично. Еще раз. Бахров, сможете вы оттуда попасть в штангу? К этому есть одно правило. Попробуйте. Ну, это не важно, это дайте сюда. Если в момент углового мяч, стойте, попадает в штангу и отлетает, опять же, игроку, который бил угловой, это является нарушением. Это называется двойное касание. Потому что мяч не задел ни одного человека, он попал в штангу, а штанга не является одушевленным предметом. После этого двойное касание. Ну, теперь мы будем более строгим. И во втором тайме начинает команда, которая в первом тайме не начинала, меняется половинками. Поменяйтесь. Вы туда. Обязательно воротами меняется. И с центра это. Мы еще не сказали одну вещь. В момент мяча в игру, введения мяча в игру, раньше был обязательно пас вперед. Но с некоторого времени назад теперь можно отдавать мяч назад своему партнеру. Это тоже важное правило. Ну, теперь начинаем игру. И после этого будет пенальти с желтой карточкой. Нарушение хляда. Это было нарушение. За это в площади, в штрафной площади, если нарушение, назначается пенальти. При этом игрок, нарушивший правила, получает желтую карточку. А если он очень грубо нарушил правила, получает красную карточку. И есть такое еще понятие, ну, это, скажем, народное понятие – фол последней надежды. Если мяч он обыграл вратаря, бьет в пустые ворота, а защитник играет рукой или перехватывает перспективную атаку, где можно забить гол, тогда дается прямая красная карточка. Ну, мы бьем правило пенальти. Вставайте в ворота, Росомахи. В момент удара пенальти все игроки должны быть за линией штрафной. В школьных соревнованиях, как правило, за линией мяча, чтобы они не мешали бьющему в этот момент. Вратарь должен находиться, одна нога хотя бы должна находиться на линии. Он имеет право двигаться вдоль линии, но не имеет права выбегать вперед. Пробиваем по свистку. Тррт. Вратарь отбил, после этого можно добивать мячик, если вратарь отбил. А бывают такие же случаи, как в случае с угловым ударом, если попадает мяч в штангу или в перекладину, не задев вратаря, игрок, который бил, если мяч попадает к нему, то это считается второе касание. Ну, такие еще мы правила основные прошли. Есть еще одно такое интересное правило. Я судья, ты атакуешь, попади в меня. Меня. Если в меня попал, с прошлого года введено новое правило. Если мяч попадает в судью и мяч изменяет направление, то в этом месте дается спорный мяч. И, как правило, сейчас нет такого понятия. Отдают мяч игрокам той команды, которая попала в судью. То же самое получается, если остановка игры получается по причине травмы. Игра продолжается, игрок получил травму, судья останавливает игру, и с места, где было до остановки игры мяч, в том месте назначается спорный мяч. Еще мы должны понимать такой момент, так
понятие свободный удар. Когда незначительное нарушение, без касания, я вот сделаю опасную игру, но не касайся игрока. Ой, он куда? Но он не коснулся игрока. Судья назначает свободный удар. Он поднимает руку вверх. Руку вверх. И если прямым ударом мяч попадает в ворота, гол не засчитывается. Судья держит руку вверху, пока не будет второго касания. В этом случае гол не будет засчитан. Но было это. В этом случае дается удар от ворот. Надо еще понимать такой момент. То, что, поставьте, когда мяч ушел при атаке за лицевую линию, просто мимо ударьте, мимо, вот мимо. Такое понятие, как свободный отворот. Это что означает? Свободный отворот. Наши поля школьные, как правило, не очень большого размера. Надо понимать, если мяч ушел за линию, дается отворот, если игрок бьет или вратарь бьет от ворот, он может попасть в ворот, если прямым ударом попадает, никого не задев, гол не засчитывается. Надо понимать. Перерыв после первого тайма обязательно 15 минут. Это. Но есть такие понятия, как экстра-тайм. Это когда кубковые встречи идут. Экстра-тайм в большом футболе дается 15 минут каждый тайм. При этом команды не меняются воротами, они меняются только после первого экстра-тайма. Раньше было такое понятие «золотой гол», если в дополнительное время дается этот гол, забивается золотой гол, то игра останавливалась. Сейчас это правило отменено. Ну, игра от этого становится более зрелищной, более спортивной. И с введением ВАРа игра начинается, становится более честной, что ли, более справедливой. Идемте, ребят, попрощаемся. Это мы сказали основные правила. Я специально назвал из 17 правил только 10. Остальные 7 правил, которые не назвал, вы должны написать и отправить своему учителю и получить за это хорошую оценку. А так вы после урока, как всегда, вы должны вымыть руки. И самое главное, ребята, будьте здоровы!